Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дудаплей, и мы играем в машинку, получается. В машинке играем, да? Так, это у меня... ну все. Так, у нас такой грузовичок, нам нужно доехать, ребята, как-то до финиша. У нас идет на этой карте дождь. Кстати, я доигрывал и до пустыни, но куда-то прогресс у меня исчез. Поэтому мы немножко сейчас доиграем здесь. Тут осталось буквально две карты, две миссии пройти. И тогда у нас будет с вами новая карта. Пустыня. Так, ладненько, едем аккуратненько. Опа! Так, что у нас тут главное? Главное у нас здесь не перевернуться. Ну, в принципе, нормально едем. Так, и бензина у нас хватает. Так, бензинчика достаточно-таки много у нас. Так, это у нас бензик. Все. Бенз взяли. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох, как смотри. Как интересно здесь, смотри, ё-моё. С помощью лебедки мы продвигаемся дальше. Так, ну бензина еще, в принципе, хватает. Ну, здесь главное бензин. Ага, у нас еще и время есть, оказывается. Осталось 26 секунд. Типа за 26 секунд я должен успеть. Ладно. Попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Вот лебедка нам и может помешать в некоторых случаях. Так, есть чекпоинт у нас. Так, 5 секунд. А, нет, не успеваю я за столько, за такое маленькое время. Конечно, нет. Как я тут успею? Ладно. Лебедка нам помогает. В принципе, бензин у нас... Вот, есть бачок, взяли. Все. Так, ну, лебедку можно, в принципе, неограниченное количество раз брать. Поэтому мы этим и будем воспользоваться. Этим мы и воспользуемся. Так, ну вот финиш. Финиш, наконец-таки. Отлично. Доехали мы. Доехали мы хорошо. Продолжить дальше. Так, так, а ну-ка начать сборку. Давайте начнем сборку нового автомобиля. Так, выбираем одиночный режим. И давайте возьмем трактор. Вот такой у нас трактор есть. Вот 9 уровень. Так, все, поехали. Чтобы продолжить играть, требуется подключение к интернету. Ладно, сейчас мы сделаем интернет тогда. Кейптаун, за рубежом. Все, ускоряемся. Поехали, ребята. Так, у меня новая машинка. Сейчас будем аккуратненько проезжать. Так, здесь надо аккуратно, аккуратно. Сейчас мы попробуем. Попробуем сегодня выиграть. Первое место. Так, пока девятым едем. Опа, аккуратно. Так, ускоряться пока не будем. Так, ё-моё, фишки я не взял. Так, здесь ускоримся. Здесь вроде бы прямая дорога. Ух ты, вот здесь я зря ускорился, ладно. Так, 200 километров мы идем. Так, бензинчик здесь был, да? Угу. Да ё-моё. Давай, 230 километров. Так, последнее у нас, да, ускорение? Пока седьмым едем. Сейчас попробуем мы, ребята, первое место взять. Все, последнее ускорение используем. Ого, хорошо. Никого не врезался. Есть, бензинчика немножко еще подхватил. Так, здесь я не успел. Так, ускорителя больше нету. Так, едем четвертый, второй круг. Четвертый мы едем, второй круг всего лишь. Белки-палки. Так, мы будем стараться догонять их. Этих бандитов. Так, ускоритель, блин, был. Не смог взять. Так, ну все, последний круг. Так, четвертый мы поедем. Надеюсь, сейчас... Если все ровненько, нормальненько будем... Вот, смотри, я его уже вижу. Сейчас мы его догоним.
чувака этого. Главное постараться вообще не сбавлять скорость. Ух ты, врезался нормально. Да. Так, ну бензинчик есть. Все хорошо. Так, ну все, третьим еду. Так, теперь вот этих гадов будем. Мне бы их... Либо мне ускоритель взять. Так, а где же был ускоритель? Так, нет. Где-то ускоритель вот здесь, с этой стороны, слева был. А, проехали мы ускоритель. К сожалению. Только третье место. Ну, считаю, неплохо. Немножко подвинулись. Да. Все равно мы эти очки зарабатываем. Чтобы открыть нам... Ребята, мы откроем новые карты обязательно. Так, ребят, мы продолжаем играть в Майнкрафт. И мы закончили то, что мы бежали до реки. А река у нас в этой стороне. Ой, пошлите. Где-то тут река должна быть. Найдем сейчас речку. Где? Вот как бы вот там река. Блин, а почему? Почему я здесь очутился? Слушай, мне нельзя падать, потому что я могу разбиться и умереть. Идем до реки. Мне, во-первых, нужен песок. Мне, во-первых, нужен тростник. И сейчас как раз посмотрим, есть ли там тростник, есть ли там песок. По пути, может, кого-нибудь мы убьем. О, вот песочек. Ну, тростника, правда, здесь нету. Да, давайте собирать песок. Мне нужно просто окна сделать. А для окон, как вы знаете, нужен песочек. Так, ну достаточно я песка, в принципе, собрал. Как бы, ладно, давай еще соберем побольше. Так, опа, лопата сломалась, но у меня куча лопат. Лопат я побольше сделал. О, нет! Давайте закроем это место. Так, ну все, хватит. Готово. Тростничок бы найти бы. Ё-моё, где ж тут тростник-то, а? Как бы тут тростника нету. Придется мне, ребята, искать этот тростник, я не знаю. Далеко-далеко бегать за тростником. Ладно, в следующий раз попробуем найти тростник. Так, нет, не получилось, курочки. А мне нужно домой пойти. Посмотреть, что там, может, что выросло, не выросло. Либо мне... слушай, а почему я не могу посадить много этих самых ягод? И жрать ягоды. У меня постоянно голод, ребята, в игре. Я постоянно хочу жрать. А жрать нечего. Мяса мало. Всего мало. Вот, ягодки есть. О, ягодки. 4 кустика. Слушай, ну мы, наверное, будем еще садить. Давайте мы их посадим, потому что сожрать-то можно все. Но мне нужно будет много ягод. Поэтому... А пожрать мы что? Ага, у меня же там этот готовится. Жареная баранина. Мы ее сейчас едим как раз. Во, жареная баранина. Все, едим жареную баранину. Но, блин, я все равно еще голодный. О, давайте этих кустик ягоды. И как нужно еще жрать. Еще жрать. Вот какой я прожорливый. Я все время хочу жрать. Что делать? Слушай, ну, может эту овечку убить? И пожарить еще мясо. Прости, овечка, но я вас потом... Ой, надеюсь, я вас потом увеличу, поголовье ваше. Так, жарим говядину. Так, мне надо будет еще вот этих синтусов покормить, но пока нечем. Эй, у меня же там куры были. Давай одну курицу убьем. Тут у меня дофига курей. Почему нет? Я пожарю сейчас курицу себе. На, есть. Еще одну. На, готово. Двух курей убили, но тут получается один маленький. Ну, потом у вас размножим, подожди. А, у меня же яйца есть. Давайте я накидаю, может... Кто... Нет, никто не вылупился, к сожалению. Пошел я жарить себе мясо. Куриное. Так, все, куриное... Курица есть у меня. Так, еще и баранина мне готова. Все. Теперь я точно не буду голодный. Есть. Все, сердечки у меня будут увеличиваться. Замечательно. И сейчас жареная будет курочка. И я ее поем. Съем сейчас.
А, все, мне жрать-то не надо больше. А, тут еще у меня тыква есть. Давай мы посадим тыкву. Тыкву, 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 тыкву. Куда же ее посадить? Слушай, ну, наверное, сюда куда-нибудь посажу тыкву. Вот здесь растет. Так, раз, два, три. Вот здесь пускай растет тыква. Так, где семена тыквы? Вот они у меня семена. Раз, два, три, четыре, пять. Как раз. Ну все, мне нужно спать, ложиться быстрее, срочно ночь наступила. Все. Так, этот чувак уже у меня тут спит. Давай я еще пожру, на всякий случай. Пусть здоровье восстанавливается, пока я буду спать. Ну, как-то так, ребятушки. Вот такой вот Майнкрафт выживания.